Всем привет случайным зрителям, коллекционерам. Приветствую вас на канале Фалеристика СССР. Сегодня на пару минуток забежал на барахолочку, на базар. И вот что мне попалось. А сегодня такой рубль, как говорится, в хорошем просто состоянии. Не дуже так потертый. Типа говорится, как в профи взял себе. За 3 гривны положу, бо у меня просто в плохом состоянии. Взял ветеран труда, такие медальки, вот таких пачечках, которые не награжденные были, не ношенные. И сегодня попалась такая нам медалька. По ней я сделаю отдельный обзорчик. Расскажу. За что и как вручалось. Так что подписывайтесь на канал. Кто хочет узнать, за сколько взял, пишите в комментариях. У нас такие редко встречают. Это награждение было в России. Такая маленькая закупочка. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал.